Всем приветики. Купила себе еще и паяльник с канифолью и припоем, чтобы можно было припаять, ну вот, вот это, вот эти вот штуки, как их, вот сюда, чтобы можно было что-то припаять к этим контактикам двум маленьким. Вот они. Плюс, чтобы можно было вот это запаять, тоже у меня все оборвалось. Вот, поэтому мне он как бы нужен. Вот такая вот штука здесь. Написано на пакетике: электропаяльник, напряжение, питание от 6 до 220 вольт, мощность. Такая бывает. Ну, это я так понимаю. У них можно выбрать такой паяльник. Но это 220-40 ватт. Это напряжение. Вернее, 220 и 40 ватт. Вот, я не туда посмотрел. Вот такая вот штука. Поэтому ну, здесь вот даже и написано, что 40 ватт, 220 с деревянной ручкой. Вот паяльник с деревянной ручкой. Так, вот он сам паяльник получается. Деревянная ручка. Вот она. Где фокус? О, словила. 40-220. Это деревянная ручка. Почему-то она не хочет. Вот потом здесь железная часть идет уже, которая нагревается. Ну и само жало, которое паяет. Правда, его надо будет заточить, чтобы оно стало острым, как карандаш, потому что ну, это ну, неудобно таким будет паять. Ну или хотя бы, чтобы оно, одна часть была заточена. Вот. Ну провод, естественно, для подключения к розетке. Это типа подставка такая, чтобы можно было вот так вот поставить. И он не нагревал там какую-нибудь поверхность. Потом инструкция. Я так понимаю, что инструкция. Электропаяльник специальный. Технические данные здесь есть. Комплектность. Техника безопасности, естественно. Ну, дальше уже на других языках. Фабрика Луж Чаку. Ну, короче, такое вот. Вот основное русское, что запрещается, что разрешается. Сзади то же самое. А, порядок работы, вот он. То есть продолжается эта сторона вот с этой стороны. Вот это с этой. Внимание, там порядок работы. Гарантийные обязательства. Так. Вот, и купил к нему еще припой. Только я с канифолью я не посмотрел, и то есть мне получается канифоль не нужна была, потому что у меня уже припой с канифолью, то есть макаем в припой и что-то друг к другу припаиваем, и если просто припой, а то есть ну сначала в канифоль, чтобы как бы она как бы создает такую как бы пленку против окисления, и по-моему я уже не помню, что там точно, потом в припой, и припой тогда после канифоля лучше берется. Вот. И потом только паяем провода. Если он с канифолью, то тогда канифоль уже не нужна, сразу в припой паяем. Так что я вот не посмотрел. И взял как бы сразу все. И то, и это, хотя, по сути, мне нужен был только припой разом с канифолью. Служение пайка, радиоприборов, характеристики. Вот. Нужно открыть. Ага, он не открывает. Ну ладно. Вот он припой. Такая вот штука. В виде проволочки. Это в эту проволочку макаешь, потом припаиваешь. Ну вот сама его бумажка. Вот. Без припоя ты никак не припаяешь. Ну и сам канифоль тоже вот
лежит в такой коробочке, заклеен, естественно, чтобы видно было, что он новый. Вот, открываем, и здесь такая вот как бы смола. Красиво, кстати, выглядит. В эту смолу макается обычно. И после этого, после того, как в канифоле помакал, потом уже в припой, и потом уже проводки припаиваешь, и все. Подключаешь, оно нагревается в припой, в канифоль, и припаял. А потом, пока ты там все смотришь, ставишь на подставку, чтобы тебе там ничего не спалил этот горячий паяльник. Ну, то есть удобно как бы. Вот такая вот штука. Вот сама канифоль. Ну, там просто уже надпись. Вот как-то так. На этом все. Всем покедова.